Я Филипп Романов, астроном-любитель, первооткрыватель переменных звезд, сверхновых звезд, новых звезд, астрономических транзиентов, кандидатов планетарной туманности и возможных двойных звезд, автор собственных научных статей по астрономии, опубликованных в научных журналах. Я, моя мама и наша старая кошка вынуждены скитаемся уже более 5,5 лет, попав в беду в коммунальной квартире в Москве. Сейчас я временно нахожусь на своей малой родине, в поселке Южно-Морской Приморского края, в жиле моего дедушки. И в коммунальной квартире в Москве мне и моей маме были созданы невыносимые условия жизни, а также созданы препятствия в продаже моей комнаты. И мне негде подготовиться на обучение в университет на астронома. И мне негде жить. Я страдаю хроническими заболеваниями, в том числе пороком сердца и бронхиальной астмой. Моя мама страдает анемией. И я прошу помощи в продаже моей комнаты, чтобы я смог купить себе взамен другое жилье, где мог бы безопасно подготовиться к поступлению в университет на астронома и смог бы заниматься наукой, вносить свой вклад в астрономию, астрономическими наблюдениями и открытиями, приносить пользу обществу.